Норильские полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Заполярье. Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 29-летний житель Тюменской области с 6 килограммами синтетического наркотика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в заброшенном здании сотрудники полиции нашли еще 3 тайника с пакетами, в которых содержалось 9 килограммов синтетического наркотического средства. Общая стоимость изъятых 15 килограммов составила более 45 миллионов рублей. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина приехал в Норильск и организовал канал поставки наркотиков на север Красноярского края. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.